Уважаемые гости, дорогие друзья, сотрудники, приветствую вас сегодня в Новосибирске. Миссия человека, и она указана во всех великих учениях, духовных учениях мира. Миссия ответственности за весь ход истории планетарного тела под названием Земля. Так вот, давайте начнем находить общий язык, а этот язык мы можем общий находить как раз в сфере культуры. Что такое культура? Это лучшие, самые высокие достижения человеческой мысли. Конечно, в первую очередь в виде памятников, архитектуры, литературы, в виде изобразительного искусства. Призыв к ответственности – это очень важная составляющая творческой концепции моих выставок. Потому что я обращаюсь к великим водителям человечества, к основателям религии, к великим художникам, ученым, писателям, к поэтам, которые на своем примере показывали, чего может достичь человек, какой высокой организации может достичь человеческая мысль, когда она направлена на благо. Святые во всех религиях это демонстрировали своей жизнью, своим ярким примером. Они фактически выстраивали ту нравственную среду, которая позволяет сейчас остановить глобальное разрушение вообще человеческого общества и планеты в том числе. И как сказано в Писании, что граду стоять, пока хоть один святой, пока один праведник, хотя бы один праведник живет в городе. То есть, что это, о чем это говорит? О том, что энергия святости, энергия благого отношения к миру, энергия благословений и молитвы, даже одного человека может нейтрализовать очень огромные очаги агрессии. «Идиллия» — это первоначальная композиция, была еще исполнена в 2000 году. И сейчас, конечно, это приобрело еще и много символов, потому что для России символ медведя является очень важным. Это не просто животное, это тотем, который символизирует огромную мощь, большую очень силу, с которой нужно находить общий язык. Медведи, как известно, довольно сложно поддаются тренировке. Но изначально вообще мир животных, когда человек правильно к нему относится, он служит человеку. Это наши сотрудники. Спас «Чистое око» и «Богородица умиления». И в виде объемной скульптуры композиция называется «Путь сердца». Конечно, это мое авторское вот ощущение Христа, той близости Христа, который должен вести ребенка с детства. Образ Христа, учение Христа, его заповеди должны быть с самого раннего детства близки у ребенка. И дети должны за руку с Христом идти по жизни. И тогда все у нас будет очень хорошо, и на планете все будет хорошо. Основа, она настолько высока духовно и глубока, что нам нужно воспитывать это. Воспитывать, если мы не воспитались сами, и нас это не меняет. Нужно понять сейчас и менять наших детей. И прививать к детям, в детях, взращивать эти ростки высокого духовного учения. «Страж камня Алатырь». Сюжетной основой явилась картина Николая Константиновича Рериха «Сокровище ангела». Цепи образ камня я взял именно с этой картины. Эта работа была создана уже по мотивам рисунков, набросков Елены Ивановны Рерих. И здесь архангел Гавриил, второй по значимости архангел, которому, в принципе, его важнейшая функция – это оповещение, это благой вести, и образ голубя – это как раз образ светлой вести. Здесь весть о новой эпохе, о тех пророчествах, которые рассказывают о светлом будущем человечества. Образ Царицы Небесной,
Опять же, этот образ по мотивам росписи Николая Рериха в Талашкино. Это центральный образ в церкви Святого Духа, который расписывал Николай Рерих. По мотивам его как раз эскизов я и создал вот эту Царицу Небесную, которая благословляет весь люд. Здесь много орнаментики, вся, конечно, взята из народных традиций, связанных и с Византией, и с нашими обычаями. И, конечно, апостол христианства, автор учения Христа, потому что большинство того, что мы читаем в Библии, в основном это послание апостола Павла. Именно этот апостол является важнейшим в истории христианства. И здесь я к нему, конечно, обратился, и здесь он, этот образ раскрыт, как что вещает не человек, через человека вещает Господь. Через сердце, вот его рука левая держится на сердце, а через правую он передает послание Бога. Молодой художник Николай Рерих, как раз вот и роспись церкви в Талашкино, и многие вот сюжеты, которые я взаимствую из его творчества, были созданы в так называемый русский период. И вот многие картины здесь, которые Рерих создавал, как раз изучая историю и опираясь на традиции.